Мы после того, как мы сфотографировались, люди начали приходить и фотографироваться возле камня. А до этого все сидели, смотрели, типа, на нас, чем мы там фоткаемся. А теперь зато он выстроилась в очередь. Все поняли, что делать надо. Кстати, я не шучу, там люди серьезно начали занимать очередь за мной. А сначала женщина мальчика сфотографировала, а потом начали фотографироваться, занимать очередь другие люди. Смешно на самом деле. Ну, факт. Мы были здесь еще весной, по-моему. Вот где птицы живут. Ну и здесь пляж красивый. Вот такое место красивое очень. Такие огромные бревна на пляже. Это все с океана принесло зимой. Место красивое, вода сейчас очень чистая. Мы приезжали, когда она была красная. Видимо, тогда цвели водоросли, вода была красная такая. А сейчас уже красота. Лето. Можно балдеть. Загорать. Ну, купаться так прохладновато. Ветер такой прохладненький. Песок такой приятный, красивый. Блестит. И вода такая чистая. И вон даже там возле острова видно, что камни, ну, сверху. Если посмотреть, вот там вверху есть смотровая площадка. Видно прям до острова, там камни, вся вода прозрачная. А в прошлый раз было все красное. Все, идем дальше гулять, сходим еще вот туда, вдоль берега, по камням. Прогуляемся, посмотрим, что там есть. Любим лазить по таким труднодоступным местам. Ой. Забрались куда? Через дырочки. Мы же скупнулись, высохли уже. Вот такая вот красота вечером. Штиль. Вода чистая. Креветок уже нашли, крабов кучу. Вода вот чистая такая. Пойдем еще раз скупнемся. Все уже почти поуезжали. Всем привет! Мы приехали сегодня в офигенное место. Очень красивое. На Карлитон, наш любимый Карлитон. Вот там за мной гора. Как раз таки. А мы приехали в очень классное место. Это зона отдыха, как бы пляж вообще это считается. Вот за мной там гостевой дом. Точнее, не гостевой, а... В общем, мы зимой там были. Туда можно зайти, покушать, там есть туалет. То есть зимой люди, которые там на снегоходах катаются, они приходят туда, ну или просто вот в гору ходят, приходят погреться, покушать, туалет есть,
место для кормления, то есть с детьми можно переодеть детей. В общем, очень классное место. Надеюсь, блин, медведей мы тут не встретим. А то они здесь есть вообще-то. Сейчас покажу вам воду, какая чистая вода. Видите, какая чистая, прозрачная. Место здесь, конечно, бомбическое. Знаете, у меня такая ностальгия, как будто мы бабули на даче. Вот еще роса даже на траве. Класс. Ромашки растут. И аромат такой трав и влаги. Так, сниму очки. Въезд в парк стоит $10 за машину. Можно занимать как бы себе столики, все, что есть на территории, всем можно пользоваться, места для отдыха. В общем, очень классное место, удобно здесь. Нам от дома километров 60, наверное, не знаю, 50, чтобы не обмануть вас, да, где-то 50. Но это считается недалеко по канадским меркам, поэтому я на фоне урны снимаю вам видос. В общем, будем отдыхать сегодня, загорать чуть-чуть. Очень удобно, что здесь можно, например, вот там на солнышке погреться, позагорать, искупнуться. А здесь вот за столики прийти нормально покушать. Очень удобно посидеть, отдохнуть в тени под елочками. Это же вообще балдеж. Оставайтесь с нами. Думаю, будет интересно. Малину уже попробовала. Дикую. Малина как малина. Вот столики. Вот у нас здесь два стола. А вот есть возле каждого стола мангальчики, урны. Вот здесь, вон там мангал. Ну так, как два стола. Столы просто перенесли, наверное, кто-то в большой компании здесь отдыхал. Но вообще у каждого стола вот есть урна, мангал свой. Пожалуйста, отдыхайте. Красота, выкошено все. Вы слышите, как вообще река шумит? Это из-за того, что здесь такая небольшая плотина. Кстати, здесь зимой бобры постоянно тусуются и плавают вот туда дальше, в проруби там купаются, выныривают. Ну вот здесь бобры, скорее всего, настроили, всяких дров натаскали. А они вон даже, вам не видно, наверное. Вот, вот это вот бревно, оно даже заточено так, как бобры обгрызают его. Поэтому тут живности полным-полно. Место, конечно, кайфовое. Самое то для выходного дня. Будем отдыхать и наслаждаться. Погода сегодня вообще отличная. Завтра обещают дождь, а сегодня, когда мы едем на отдых, всегда зашибись погода. Всегда классно. Вот ни одного облака на небе нет. Я так рада, сегодня будем заряжаться. Позитивной энергией, солнцем, витамином D напитываться. Сейчас пиццу поедим, я взяла с собой пиццу. Тепленькая еще, наверное. И пойдем купаться, загорать. Я взяла с собой, естественно, еду, воду, крем от солнца. Я, кстати, вот такой Think Baby на iHerb заказывала. Чтобы меня не видно, наверное. Так. Буду мазаться. 50, SPF 50, санскрин. Очень классный. Вообще не сгораешь. Отличное средство. Это вообще-то детское средство. Water resistant. Водоотталкивающее. И 80 минут можно повторно не наносить его. Оно очень плотное. И это, по-моему, с физическими фильтрами. В общем, детское, оно безопасное для кожи. Как бы, потому что для детей. Логично, да? Ну, очень классно. Действительно, мы с ним ни разу не сгорали. При том, что можно, например, один раз в день намазаться. И все. Ну, чтобы не сгореть. Конечно, обновлять желательно потом. Но вот даже если не обновлять, то все равно мы не сгорали. Кстати, здесь не ловит сеть. Ну, мобильная. То если вы хотели отдохнуть, вообще место идеальное. Никто вас не побеспокоит. Интернета нет, сети нет. Но если вдруг вам надо позвонить, вдруг что-то случится, то, конечно, не очень хорошо. А муж поехал посмотреть места в другую сторону. Мы поехали в эту сторону, знаем, что здесь классно.
классное место. А он поехал в другую сторону. Жду, сижу его, жду. Сейчас будем загорать. Хочется уже искупнуться, но... Там у меня, кстати, такое пляжное платье. Хочется искупнуться, но не знаю вообще, холодная ли вода. Думаю, что холодная. Сейчас с утра еще прохладно. Ну, как с утра, 10:30 уже, конечно. Но градусов, наверное, 20, не больше. Очень приятное такое вот ветерок. И влажный воздух слегка. Под соснами сидеть, слушать реку. Птички, кстати, поют, если вы слышите. Давайте послушаем. Кстати, я давно хотела вот посидеть и послушать реку. Я поняла вообще, что для меня расслабон, релакс – это вот, ну, путешествие – это, конечно, само собой, но еще мне очень прям вот сил придает, когда на море или у реки лежишь целый день и копишь силы, аккумулируешь энергию. Муж уже вернулся мой. Что расскажет, интересно. Смотрите вообще, какая там красота на том берегу. Ну вот отсюда вообще балдеж наблюдать. Там березки растут, тоже столики стоят. Река. Рассказывай, что там. Там пляж. Тоже красиво. Сижу, балдею. Мы такое место кайфовое нашли вообще. Я вам сейчас покажу. Мало того, что там красота. Мы еще нашли вот здесь такой заход от общего пляжа, за углом, так сказать. Вот такое вот уединенное место. Здесь больше никого нет и не будет. Там столы не заняты. Вообще офигенно. Вода тепленькая. Кайф, что я могу сказать. Вон там на каяках опять сплавляются. Смотрите, какая красота. Вода тоже чистая, блестит вообще, кристальная. Ну, лучше, конечно, купаться в тапках, потому что бывают камни острые. Смотрите, даже без спецэффектов всяких. Надеюсь, вы отдохнете с нами сегодня. Тоже порелаксируйте. Какие облака красивые. Не знаю, для меня отдых — это все-таки, да, природа. Природа, путешествие, по городу побродить, по улочкам всяким, прочувствовать атмосферу. Для кого-то это поход в ресторан посидеть, например, вкусно, красиво покушать. Для меня вот природа — это... Здесь, конечно, нет шума воды. Волны такие слегка-слегка. Но в этом тоже своя прелесть. Мы уже дома, уже приехали, покупались, ездили в магазин, сейчас делаем барбекю. В общем, классный день был, еще он не закончился. Поэтому, ну, влог я на этом буду заканчивать, с вами буду прощаться. Всем хорошего дня, спасибо, что были с нами.
Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующих видео.